Ох, еле доплыл. Видно, меня сильно ударило о скалу. Нужно осмотреться. Чайка! Хоть бы не заметила. Фух, улетела. Люди. Еще люди. Сюда идут? Чего от них ждать? Заметит или нет? Вроде добрая. Нербёнок? Ребят, тут нербёнок маленький. Идите скорее сюда. Как их много. Я хочу его погладить. Ой, такой... не трогайте меня. Арина, давайте с ним... Как больно. Блин, какие кадры. Так мой брат погиб. Мама рассказывала, он был ранен, а люди... не помогли. Погладили и ушли. Дана, сфоткай нас, пожалуйста. Давай. Девчонки, стойте! Что такое? Мы можем ему навредить. Да все нормально, его просто выкинуло на берег. И вообще, да, можем тогда вернуть его? Хорошая идея, да. Ой, нет! Так тоже много наших погибло. Люди тащили их в воду, а они были ранены. Я же ранен. Я плыть не могу. Не надо меня в воду. Подожди, он может быть ранен. Да. Нам нужно как-то ему помочь. А может, я поищу информацию в интернете? Я ранен. Ты, может, найдешь что-нибудь? Помогите. Да, я уже нашла. Кто? Кто сейчас приедет? Куда они позвонили? Сейчас. Хорошо, прекрасно. Спасем. А она не ранена? Возможно, возможно. Аккуратнее, аккуратнее. Это же клетка. Куда меня несут? В клетке я пробыл недолго. Жил в бассейне в специальном центре. Меня вылечили, теперь я могу вернуться домой. Если вы увидите нерпу на берегу, звоните по телефону 699-2399.